Новогодние праздники – это не только подарки, но и традиционный просмотр любимых фильмов, чаепитие в кругу друзей. Центр поддержки гражданских инициатив по всей России проводит акцию под красивым названием «Доброе кино». Она приурочена к Международному дню кино, который отмечается 28 декабря. Сегодня в рамках всероссийской акции «Доброе кино», которую проводят сторонники «Единой России» по всей России, мы показываем кинофильм «Кровавая ночь» для жителей Одинцова. Соответственно, здесь собрались основные социально активные граждане, в основном пенсионеры, многодетные матери и, соответственно, граждане, которые проявляют ту или иную активность, молодое поколение. И сейчас мы хотим их приобщить к доброму, к чудесному, к прекрасному, к нашим российским, советским традициям, к доброте и почувствовать дух праздника. Для пожилых людей, представителей местных общественных организаций, клубов, членов Одинцовского всероссийского общества инвалидов, сторонники партии «Единая Россия» запланировали целый ряд мероприятий с участием приглашенных гостей. Песни и пляски, конкурсы и загадки, а также совместный просмотр фильма новогодней тематики радуют всех. Мы сегодня в очередной раз встречаемся с нашей командой сторонников партии «Единой России» по многим проектам. Один из проектов вот у нас «Культура малой родины», да, и мы сегодня смотрим замечательные старые фильмы, посвященные Новому году. В стенах городской библиотеки прошла предновогодняя встреча. Люди разных возрастов нашли время прийти сюда, чтобы посмотреть знаменитую картину Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» на большом экране. Этот фильм-праздник объединил не одно поколение. В бурных обсуждениях и в праздничной атмосфере прошла эта дружеская и теплая встреча самых активных творческих и деятельных людей Одинцовского городского округа. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».